конечно. Ну, где? Поел, попил. А реквизит, а флешку, а подарки, а вещи в дорогу взял? А ты на что? Я морально настраиваюсь. Вот ты согласна с тем, что без мужчины никуда? Ну? Да вы ж без меня пропадете. Ну? Вот думаю, поеду я к Балагурам, а там поди, девчонки в коллективе красивые, не то что ты. Ну? Я ж парень прямой, честный, как выпрямлю спину, грудь вперед, кепку поправлю, да как подмигну Жариковой, она меня в свой театр привознет. А в нашем театре тебе, значит, плохо? Ну? Скучно. Ну? Внимания не хватает. Ну? Девушек красивых. Маша, ты что? Там парней в коллективе мало, а ты еще? Да с него обойдемся. Как же обойдемся? А кто в мужские роли играть будет? Да хоть и я справлюсь. За мной не заржавеет. А вы знаете, что он меня... Уродиной обозвал! Нарцисс! Зеркальце дать? Не стоит, я в себе уверен. А вы знаете, что он ничего не делает и не собирает? Все на мне! Я вдохновляю. А вы знаете, что он вас на Жарикова променял и к Балагурам уходит? Я всего лишь предложил заслать меня к ним для обмена опытом, так сказать, временное сотрудничество. А я придумала, а мы его поменяем на самого ответственного, самого работоспособного парня из Балагура. Они-то там на бананах не сидят, работают, надрессируют его. Ну да, а девочкам тяжести поднимать не разрешают, сами декорации, реквизит грузят, в автобусе лучше не стало скупать. После гастроли по домам провожают, стену моют, убирают, костюмы гладят, стирают, кулисы вешают, конфеты Жариковы приносят. Да, я понял, уважаемая Елена Геннадьевна, красотульчика-машульчика, ну куда же я без вас, девочки, вы у меня самые лучшие, а театр для меня дом родной. Ну-ну! Частушки поздравительные. Наш театр, ваш театр долго ехал и сейчас вам устроим супербаттл, чем вы круче, лучше нас. Я хороший артист, принимайте вы меня, ну подарочком, друзья.
Дорогие балагуры, Марина и ребята, мы просим вас выйти на сцену. Сюда пригласила на сцену, чтобы вы еще раз покрасовались перед зрителями. Аплодисменты юбилярам. Я вообще вам завидую. У вас столько много детей. Обалдеть. Наш коллектив, к сожалению, с каждым годом все уменьшается из-за отсутствия помещения. Таковы условия. Репетируем на квартире. Вот. А вы так держать, ребята. Плодитесь по всей области, да? И мы вас, конечно же, поздравляем и желаем вам от нашего позитивного театра, театра «Растворись в позитиве», конечно же, позитива и сладкой жизни. А сладкая жизнь будет тогда, когда есть что-то сладенькое. И для ваших репетиций мы вам дарим такое позитивное солнышко. И в этот карман вы, пожалуйста, всегда кладите конфеты, чтобы вам было сладенько на репетиции. Ну и у нас наболевшая эта проблема. Мы желаем вам, чтобы у вас всегда был свой дом у вашего театра. Не только дом для репетиции, дом для выступлений, но также дом для творческих проектов, для бесед, для чаепитий, для всего на свете. И для того, чтобы этот дом был прочным, мы вам дарим гвозди. Мы вам дарим гвозди. Вот. И эти гвозди, они не только послужат для изготовления декорации, реквизита, но также и для того... И саморезы, там есть саморезы. Но также для того, чтобы вешать ваши очередные дипломы лауреатов на стену. Вот. Ну и, конечно же, чтобы было что повесить на первый гвоздь из этого дома, мы вам вручаем наш диплом. Диплом, где у нас такой, да, красавец, рубахи русские. Вот смотрите, ребята, можно я даже зачитаю? Вот. Продвижение театрального направления в Псковской области держится на инициативных и любящих свое дело режиссерах, выживающих в любых условиях. Вот это наше кредо, я считаю. Вот. Диплом награждается Народный театр «Балагуры», руководитель Марина Жарикова, за большой вклад в развитие театрального направления области, района, за трудолюбие, творчество, дружбу, позитив и в честь 15-летия коллектива. Так, ну и вам такие вот шары позитивные. Ребят, я очень рада за вас, за ваш такой хороший юбилей, отличный. Нам всего, театру «Стар Позитив», всего 8 лет. Вы в два раза нас старше, опытнее, мудрее. Вот, вам долгие лета желаем. А для того, чтобы эти долгие лета были действительно долгие, да, должно быть обязательно здоровье и вдохновение у руководителя, у Марины Валерьевны Жариковой. А для этого вот обещанные фантазером розы. Пусть вдохновляют. Вот, мальчика не отдаете? Нет, мальчика не отдаем. Я предлагаю. Вот воображение. При нем? Ни у кого такого. Ни у кого нет. Да, правда, он может выйти в ботиночках на сцену, когда надо босиком. Партнер смотрит и говорит, что ж ты босиком-то под стену ходишь? Надо тебе носки связать. Ага, вот этот мальчик с воображением уже на глазах у зрителя успел, как ботинки сковырнут, и сидит в хорошеньких бятанных носочках. Вот и Зайк не отдал. Ну вот, и не отдам, я предлагаю это потом забросить моего к вам, а вашего к нам. И посмотрим, что получится в итоге. Через год, да, будет в колледж поступать. Он к вам придет дипломированным уже. Будем ждать. Илья, мы будем ждать тебя в вязаных носках. Вот на общую фотографию. Есть, да, фотографов много у нас в зале сегодня. Ребят мои, выходите и балагуры поближе. Давайте. Музычку нам, где наш диджей? Так, ну и зрители похлопают, а мы поулыбаемся, да?
ставится спектакль.